Убер заказывали? Да. Садитесь. Откуда едем? В Средиземье, Шир. Погнали? 600 рублей будет стоить. А натуры можно? Ну, слушайте, обычно я таких шансов не даю, но насчет вас подумаю. Шанс на миллион. Слушайте, а зачем вам вши? Ох. Да так, навестить одного старого друга. Вы что-нибудь сказали? Не совсем. Сейчас нам надо немножко. А можем музыку включить? Нет, извините. Я музыку не слушаю. Я предпочитаю попиздить во время вождения. Я тогда сразу вам эту единичку поставлю. В приложении Uber. Да рейтинг меня не особо волнует, на самом деле. А я вижу, да. Мне по не, знаете. Полтора балла всего. Зачем вы едете в Шир? Не скажете мне все-таки? Дорога дальняя. А? Что? А? 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 Нет. Ну, слушайте, мы приехали. Да. А, знаете, Шир вот там вот. Ага. Вот, там живут все хоббиты, в принципе. Ну, дойдете пешком, я просто туда. Ну, по своим причинам мне туда вход воспрещен. Ну хорошо. Все? Ну, ладно, да, все, спасибо. Спасибо. За***ть, халявщики. Он еще меньше, чем я думал. Мельба! Мельба! Играть пора. Всем хай, с вами Серый и Никита. Аброшка. Говоришь не то, что нужно. Сегодня мы продолжаем с вами играть в Властелин колец. Лего. Так, здесь. Почему я опять слева? Почему я пока не играю? И вот почему. Ты сориентируешься, где у тебя там что находится. А ты можешь поменять управление? Ну да, ты можешь, в принципе, поменяться. О! А теперь ты Гендель, да? Да. Пендель. Угадай, за кого я играю. Угадай, за кого я играю. Ты играешь за Бильбо? А мне не надо. Ты играешь за Бильбо, дом которого ты разрушил? Да. Так, нам нужно куда-то сюда, на стену. Значит, вроде камеру можешь крутить. Да, я знаю. Прикольно.
Ну это она не очень особо крутится. Ну сама. Что-то новенькое. О май. Гандальф. Лорд Элвинг. Странно, что орки так близко подошли к нашей границе. Что-то или кто-то привыкли их сюда. Скорее всего, они искали вашу задницу. Приветствую, Торин, сын Трайна. Я полагаю, мы не знакомы. А что это вы делаете на Великом Восточном Тракте? Тем временем... Гномы, господин! Напустили! Мне нужны оправдания. Типа набор. Я бы выбрал бы самый левый. А голова короля гномов. По-моему, он сказал всем другое. Ради всего святого, Тори, покажи ему свою задницу. О, такой, ну ладно. Трогай. Эребор. А там Бильбо такой. Кирт Иссю. Лунный гром. Он так подмигнул, и ты прочтёшь их. Чё ты прочтёшь? Команд. Мы пришли сюда, чтобы ломать. А куда это скрыть? Это деточка. О, деточка. Что с ними не так? Посмотри. А, дерево такое-то. Да. Зачем ты к ним подошел? Ну там типа какое-то задание, квест. Я не мог просто так взять и пройти мимо квеста. То есть мимо женщины, да? Мимо её. Рыли, господи. Чайный пакетик. Всё, не, я на массе. Ой, тут же надо всякую херню собирать, чтобы потом крафтить. У тебя там просит ассистент, ты что, не поможешь? Кулинарное любопытство. Я случайно услышал на званом ужине, как один почитаемый гном рассказывал про интересную еду. Чипсы. Хочу их попробовать. И сам приготовлю, но для этого мне нужно растение, которое называется картошка. Аврошка. Вроде она в высоких холмах растет, не знаешь? Реакция Бильбо. Идиот. Сходи, купи Лейс, дурак. Они сейчас по акции покинут. Лейс по акции. Короче, кто последний, тот гей, как всегда. Да? Почему тут такие низкие потолки, эльфы вроде же высокие? Там еще один вопросительный знак. О, ну берегись. Ты видел? Куда я зашел? Что это такое? Ничего не понял. Я попал в какую-то странную пользу. В смысле, как ты первый оказался? Просто было задание. Либо. Да позвони тут Бида. Либо. Не называй меня так. Верни сюда. Фу. Это даже не энергичный человек. Не соспит. Вот это гонка. Чего я сюда могу посмотреть? Конечно, да. Ты догоняешь! Нет! Да! Все, думаю, на этом можно заканчивать. Встань у серого камня, когда и последний луч заходящего солнца в день Дурина.
укажет на замочную скважину. День дурен — это 1 апреля. Нам лишь нужно оказаться в нужном месте в нужное время. И тогда, и только тогда дверь можно открыть. И кто посчитает это весьма опрометчиво? Это такой козел. Скажи мне, Ген, ты действительно думал, что твои планы и помыслы останутся незамеченными? Этот дракон давно тревожит. Пробуждается некая сила во мне. Я не послушаю смогу. Гаечный ключ. Морковский клинок. Они говорят, что некромант селится в долгу, чародей, оживляющий мертвых. Гандальф Саурон был повержен. Такой силы не существует в этом мире. А вот затея этой гномии компании, напротив, тревожит меня больше. Владыка Эллорен, гномы ушли. Вот это поворот! Ты единственный, кто улыбнулся. Она такая... Берем. Она такая снимает, что... Мы все еще не играем, мы уже две катсцены прошли. А потому что тут большой мир. Что за прикол? Мне кажется, это было в первой части. А точно в первой части. Держитесь. Борьба! Оу. Берегись! О. Отец! Это что, золотой дождь? Когда мы так не стояли. Бери. Все целы. Кроме Бери. Его нет, да? Сейчас они будут включать борьба. А ты где вообще? Ты рядом же, да? Здесь нужен бельбо. Крап играет, чувак. Так, тут нужно два человека, слышишь? У кого лук тут есть? Ой, тут есть у кого-то лук? Да, да, сейчас, да. Вот он лук есть. Вот, смотри, сюда нужно стрелять. А ты где? Я не вижу тебя. В самом конце. А куда ты еще пошел? Стоп, подожди, мы в разных частях, что ли? Я тут с ребятами. Я тоже. Мы, видимо, с разными ребятами, да? Что-то пошло не по плану, мне кажется. Думаю, конечно, да, дубил. Ну ты, так тихо. Видел, что я нашел? Офигеть. А ты там фигней маешься. Я вообще не понимаю, что происходит, ладно. Я нашел 1 из 5. Так, я могу узнать, что там делать, что со мной будет? Ой. Все мои кубики. Прощайте. Я ничего не могу сделать. Я думаю, я все сделаю. Так, осталось подобрать одну детальку, да? Чего ты не болеешь за меня? Давай, 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 давай. Оп, оп, оп. Смотри, уже все наверху. Байта крайне. Я тебе что-то спустил? Я не знаю. По-моему, я туда не могу спуститься. О, да, точно. Ума.
Сейчас ты мне что-то должен сделать, да? Я не знаю, мне кажется, просто мы что-то должны вместе. Я вижу, что ты там внизу бегаешь, но я не знаю, как к тебе спуститься. Но явно не так. Смотри, что ты здесь. Ну вот видишь, ты мне помог. Это игра о взаимопомощи, о команде. Это игра о Бильбо. Бильбо. Опа. Сейчас, мне кажется, что-то сделаю тебе там внизу. О! Держи, брат. У нас 2 из 5, да? У тебя будет 3, наверное. Как мы давно не играли, блин, сколько? Полгода прошло? Ну, почти. До месяца. Тут молот нужен. Можешь там пройти? Да могу, не помню, застревает тут, не помню. Опять молот. А нет, все-таки могу сделать его. Надо было ударить, да? Нет, надо было кувалку побольше. Ну это с кулаком. Что не так? Такие звуки у тебя как будто убираешь. Ну так и есть. О! Почему ты взял пятку? Ничего себе, в смысле? Мне было показано, что кто-то выяснит. Что-то сделал. Поднимаю, поднимаю. Че, погоди. Мне кажется, я опять до своего максимума дошел. Давай, давай, давай. Чё ты наделал? В смысле, почему ты не поднялся? Я же для тебя все сделал, все, чтобы ты поднялся. Слишком это резко. Мне не придется побежать. Мне нравится, когда знаешь, экран показывает, что мог, конечно. Капельку. Да, как будто по твоему лицу прям. Майпот. Все хватило? Да, только не говори, что я сейчас один буду собирать этот параш. Лево, лево. Вот это. Ну ты тоже можешь собирать и зеленый, ты помнишь это? Давай заново ты нажимал кубик. Да ладно. Зеленый. Сука. Побегаки. Блин. Последнюю я выбрал уже, да? Да. Ну и что это за... за знак поклонения на грамматотеку специальную для всех? О! Наконец-то мы объединим наши мечи. Объединим? Успехи. Я не дождался катсцены. Ну чё, народ, погнали? Нет, это не простая игра, за... Это фильм «Время», что ли? Это Грозная битва. Великаны, каменные великаны.
Я видел такого в магазине, где он постоял такой. Моего роста. О нет, он зачерпнул четверку. Это же босс. Я думаю, нет. Ну, понял, что так думать. Ой, ну прикольно, это просто обычный. Это я упал? Да. А я думаю. Сохрани. Угадай, за кого сейчас буду играть. Борьба? Борьба! Нет, 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 это не комик! Вот это. Чтобы я могу сидеть. Забыл поиграть. Ужас. Ужас. Ты там психуешь, Бильбо? Блин, не уходи далеко тут. Ну, в смысле, догоняй. Не уходи далеко, а сам бежишь вперед. Почему они друг друга кидаются, мне интересно? Они хобби себе. Нет! Прикинь! Я переключился, а он сам упал. Говнюк. Он упал именно тогда, когда ты мне переключился. Да. Это еще прикольно. Чё, тут нужен я, да? Да, конечно. Любишь это ломать? А? Ломать? Не строить. Ты что, меня ударил? Бэггинс! Бэба! Я не вижу, где бить, что с ним предпринимает. Это удар ниже пояса. По почкам. Это переход. Не, надо вот это выработать. Если бы они еще не шатались. Это знаешь стиль пьяного мастера? Да. Туда попасть, наверное? Да. Нет, вон туда еще выше. В смысле, а как я туда попаду? Я вижу вон стрелочку там где-то наверху. Что за прикол? Вообще на меня. Вон, видишь, туда куда-то надо попасть. Нам сейчас не нужно назад туда так. А, тут нужен этот, смотри. Сейчас. Понятно. Это была подстава. А я там стою, я не понимаю, что от меня требуется. Нажимаю на все кнопки, бац, и я уже падаю вниз. Классик. Ха-ха, классик. Так, подожди. Где это? Почему? Отстань, что ты делаешь? Взять его, это сокровище, давай. Чё? Какая сложная игра, допустим. Давай, тут опять эти цепи нужны. Я знаю. Я знаю, тебя ударю. Я знаю, что в этой игре делать. Да, ну. Ты там продолжай, он. Видишь, что я там еще играю? Он что, с Адамаса делает? О, тут еще этот, смотри, нужен. Топорик. Молодцы, точнее. Там кубики. Вау. Ты нашел супер. Мои поздравления. Она грусти. На волну сейчас. Там внизу ничего нет. Кроме кубиков ничего нет. Как
какой-то уровень такой занудный. Прикольный, но занудный. Опять кто-то сдох. Давайте уже играть. Тут мы же вдвоем. Ну тут не ходится. Че ты играешь? Я не хочу с тобой. Я хочу, чтобы я тебе взял. Да он Бильбо-то с силой кинул в стену. Почему нашего чувака? И сбивают. Да прыгайте, ну вот они, блин, ну что вы делаете? Алло! Да. Следующая сцена. Вартуй учлен. Такого. Берба! Я, кстати, не помню сцену с этим великаном. Я тоже все плохо, по-моему, их не было. Не, был, был. Где Хоббит? Хватайся! Бельба! Куда он с ним полез? Нормально! Это я сейчас не буду это. Теперь ты меня спасал. Я не могу, ты слишком тяжелый. Прощай. Это было зря. Сколько там уже записи? 2 часа есть? Как меня зовут? Нужно найти укрытие. Это не простая игра за достижение. Через гор и выше гор. Ор. Ор выше гор. Мы с тобой... Что ты? Так они не догнали. Не кончили. 52, бля. По-моему, ты наш худший результат. Но мы не посмотрели, да. Что мы там нашли. Зато 3 штуки этих нашли. На тебе, сокровища. Уровень пройден. Поздравляю. Ладно, это оптимистической армрестлинговой ноте мы заканчиваем наше видео. Да. Ну, ты хочешь по техническим причинам. По техническим? Да. Более выше гор. Всем пока. Смотрите наше видео. Давай, дальше. Кинь туда. Поляризуйтесь, ребята, станьте одним целым.